Учащиеся нескольких школ Славянска на Кубани, проявляющие интерес к журналистике, в марте приняли участие в крупном творческом мероприятии – Всероссийском фестивале юных журналистов «Арт-медиа». Итоги их участия доказали, что талантливой молодежи у нас много. Своими впечатлениями от поездки ребята поделились с нами. Посмотрите, какая важная тема. Дискуссия у нас начинается. Давайте поблагодарим бурными аплодисментами. Что такое Всероссийский фестиваль юных журналистов «Арт-медиа»? Это прекрасная возможность для школьников со всей страны продемонстрировать свои таланты в области журналистики. Первый опыт участия в «Арт-медиа» некоторые из сегодняшней команды Славянского района получили еще в прошлом году. Тогда фестиваль проходил в Орленке, и славянцы не принимали участие в его конкурсной части. Но формат мероприятия пришелся им по душе, потому в 2019-м в Москву они собирались со знанием дела. В этом году мы уже приехали со своей работой. Что смогли, то сделали. Жюри отнеслось строго, но только в основном к неправильным с точки зрения монтажа. А за информацию, которую мы принесли, можно сказать, похвалили. А работа ребят была на злобу дня. Репортаж – откровенный разговор о минусах современного образования и предложениях по его улучшению. Тщательная подготовка позволила славянской команде, состоящей из учащихся 1 и 4 лицеев, а также 18 школы, войти в число призеров и занять почетное 3 место. Но не только себя показать удалось нашим девчонкам и мальчишкам. Ты выходишь к публике, и как бы ты показываешь, что что-то открыт, и развигаешь руки, как бы там, «Привет, Олимпийский», типа того. Фестивальные дни были насыщены мастер-классами разных направлений. Ведь медийный человек должен уметь все – и перед аудиторией выступить, и сценарий написать. Мне удалось получить навыки актерского мастерства. У нас проводились специальные мастер-классы. Также у нас проводились мастер-классы по ведению Инстаграма, про работу с публикой. И также проводились еще уроки видеомонтажа. В составе команды была учащаяся 4-го лицея Елена Плесецкая, которая представила свою видеоработу в номинации «Лучшая телепрограмма». Рассказ Елены о медиасмене в Артеке был отмечен комиссией и удостоен 3-го места. Когда я только узнала о этом фестивале «Арт-медиа», я подумала, что это отличная возможность показать, во-первых, свою работу, которая у меня уже была сделана, представить себя, обрести большое количество навыков и все-таки понять профессию журналиста изнутри. Я посетила большое количество мастер-классов, на которых научилась брать интервью, также работать с текстом, особенно в информационном стиле, научилась писать статьи для газет, журналов. Презентация своей работы, мастер-классы и, конечно же, море впечатлений от посещений Останкинской башни, здания МФЮА, в котором и проходил фестиваль, общение с ребятами из самых разных частей страны – все это отличный опыт, который получили участники творческого объединения «Эльдорадо». Сейчас многие из них планируют связать свою судьбу с медийной сферой. Но даже если в последний момент они изменят свое решение, навыки, полученные в «Арт-медиа», будут с ними навсегда. Мария Климова, Игорь Иванчуков, программа «События».